Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму хрустящие маринованные огурцы по самому простому рецепту. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 500-600 граммов огурцов заливаем холодной водой и даем постоять 3-4 часа. Затем берем чистую литровую банку, на дно кладем 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 зубчика нарезанного пластинками чеснока и закладываем огурцы. Банку периодически встряхиваем, чтобы огурчики улеглись как можно плотнее. Дальше добавляем в банку 1 столовую ложку без горки соли, 15 граммов, 2 столовых ложки без горки сахара, 30 граммов и 2 столовых ложки 9% уксуса, 30 миллилитров. Заливаем огурцы водой комнатной температуры, прикрываем банку крышкой. Помещаем ее в застеленную салфеткой из ткани кастрюлю, заливаем по плечики водой такой же температуры, как и в банке, и отправляем на небольшой огонь. По возможности кастрюлю закрываем крышкой. Так вода будет меньше испаряться и быстрее закипит. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем огурчики 10 минут. Затем огонь выключаем. Аккуратно достаем банку из воды, закатываем ее, переворачиваем вверх дном и после остывания убираем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусные хрустящие маринованные огурчики на зиму готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.